Истинная поэзия во все времена была отражением, лицом духовной жизни целого общества эпохи. Одно из самых привлекательных явлений в нашей литературе – поэзия Николая Рубцова. Николай Рубцов – поэт долгожданный. Стихи его настигают душу внезапно, кажется, существуют в самом воздухе. Поэзию поэта называли тихой лирикой за стремление к глубине и ясности, простоту, добро и правду. Действительно, что может быть проще? В горнице моей светло, это от ночной звезды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. В стихах Рубцова нет заявлений о любви к родине, к ее истории, о причастности к жизни народа. Но стихи поэта в высшей степени и патриотичны, и историчны, и народны. В потемневших лучах горизонта я смотрел на окрестности те, где узрела душа Ферапонта что-то Божье в земной красоте. И однажды возникли из грезы, из молящейся этой души, как трава, как вода, как березы, диво дивное в русской глуши. И небесно-земной Дионисий из соседних явивших земель это дивное диво возвысил до черты небывалой досель. Неподвижно стояли деревья, и ромашки белели во мгле, и казалось мне эта деревня чем-то самым святым на земле. Жил Рубцов как птица, легок был на подъем, неутомим в бесконечных перелетах с места на место. И о птицах писал с большим проникновением и пониманием их судьбы. Меж болотных стволов красовался восток огнеликий. Вот наступит октябрь, и покажутся вдруг журавли, и разбудят меня, позовут журавлиные крики над моим чердаком, над болотом, забытым вдали. Широко по Руси предназначенный срок увидания возвещают они, как сказание древних страниц. Все, что есть на душе, до конца выражает рыдание и высокий полет этих гордых прославленных птиц. Жизнь поэта не была простой. За всю жизнь он поменял много профессий. Был слесарем-сборщиком, кочегаром, литературным консультантом. Учился в литературном институте имени Горького. Характер у Рубцова был трудный, неуравновешенный, глубоко противоречивый. Он был то предельно кротким и застенчивым, то развязным и ослепленным чувством зла. Он мог быть стойким и мужественным и опустить руки из-за неудачи. Он часто мечтал о семейном уюте, о спокойной творческой работе и в то же время всегда оставался скитальцем. Когда листаешь сборники стихов Рубцова, все время мелькают слова «путь», «дорога». Образ дороги, образ судьбы поэта – прямо связаны у него с образом времени истории, судьбы Родины. Дорога, дорога, разлука, разлука, знакома до срока дорожная мука, и отчие племя, и близкие души, и лучшее время, все дальше, все глуше. Лесная сорока одна мне подруга, дорога, дорога, разлука, разлука. Устала в пыли, я влачусь, как острожник, темнеет вдали, приуныл подорожник, и страшно немного, без света, без друга, дорога, дорога, разлука, разлука. Стихи Рубцова сами просятся на музыку, скорее даже сама музыка просится из его стихов, чтобы стать песней. Жарко в тумане дня, солнце стряхнем фьорд. Эй, капитан, меня первым прими на борт. Эй, капитан, меня первым прими на борт. Плыть, плыть, плыть мимо родной ветвы, мимо зовущих нас, милых сиротский глаз. Ночь,
Руси, памятник добрый крест. Каждому на Руси памятник добрый крест. Плыть, плыть, плыть мимо могильных плит, мимо церковных храм, мимо семейных драм. Зовущих нас милых сиротских глаз, мимо зовущих нас милых сиротских глаз. Читая Рубцова, как-то особенно остро чувствуешь, как мимолетно и скоротечно, и как дорога, шумная, стремительная наша жизнь. И еще священнее и таинственнее прикосновение живого лепестка, касание прохладной дождевой капли и шелест туманной утренней волны. Еще дороже кажутся и прозрачный полет стрекозы, и медленное парение раннего листопада. «Улетели листья с тополей», — повторилась в мире неизбежность. «Не жалей ты листья, не жалей, а жалей любовь мою и нежность». Николай Рубцов обладал необычайным даром предвидения, который присущ только настоящим поэтам. Многое, о чем писал Рубцов, сбылось или начинает сбываться. «Россия, Русь, храни себя, храни! Смотри, опять в твои леса и долы со всех сторон нагрянули они, иных времен татары и монголы. Они несут на флагах черный крест, они крестами небо закрестили, и не лесам не видятся окрест, а лес крестов в окрестностях России. Кресты, кресты, я больше не могу». Многие близкие поэту люди чувствовали, что Рубцов приближается к трагедии. «Береги свою голову, пока не поздно», — советовали ему друзья. Но Рубцов уже никого не слышал, он летел к своему концу. Поэт всегда много писал о смерти, но так, как в последние месяцы, никогда. Вот еще одно сбывшееся предсказание. «Я умру в крещенские морозы, я умру, когда трещат березы». Так и вышло. 19 января 1971 года Николай Рубцов трагически погиб. Писатель Виктор Астафьев говорил: «Человеческая жизнь у всех начинается одинаково, а кончается по-разному. И есть странная, горькая традиция в кончине многих больших русских поэтов. Все великие певцы уходили из жизни рано и, как правило, не по своей воле». До конца, до тихого креста, пусть душа останется чиста перед этой желтой захолустной стороной березовой моей, перед жнивой пасмурной и грустной, дни осенних горестных дождей. До конца, до тихого креста, пусть душа останется чиста перед этим строгим сельсоветом, перед этим стадом у моста, перед всем старинным белым светом. Я клянусь, душа моя чиста, пусть она останется чиста до конца, до тихого креста. За свою недолгую жизнь Рубцов успел издать только несколько поэтических книг тиражом не более 30 тысяч экземпляров. Но сегодня уже невозможно представить русскую поэзию без его имени и его стихов. Они задушевны, неброски, они по-российски тихи. Теперь тираж его книг давно перевалил за миллионы, и его чистая звезда поэзии светит нам в пути.
И его слова о поэзии, как нельзя кстати, можно отнести к стихам самого поэта. Вот так поэзия, она звенит, ее не остановишь, а замолчит, напрасно стонешь, она незрима и вольна, прославит нас или унизит, но все равно возьмет свое. И не она от нас зависит, а мы зависим от нее.